Сегодня Саратов получил новую коммунальную технику, ключи от машин. Губернатор Валерий Радаев вручил двум муниципальным предприятиям. Это событие произошло в историческом парке «Россия. Моя история». Еще раз убедились, та зима, которая прошла, что мы технически не были практически к ней готовы. И при всей мобилизации, всей имеющей техники, мы просто впритык справились с той задачей. Технические возможности должны быть у тех служб, которые обеспечивать будут именно круглогодичное благоустройство в городе Саратов. Всего город получил 18 машин. Это тракторы марки «Белорус». Техника универсальная. Она сможет работать как летом на уборке улиц и тротуаров, поливе, так и зимой. Очищать снег и наледь, перевозить и выгружать их. Причем, как отмечают специалисты, ей не страшен ни 40-градусный мороз, ни жара. Вот такие конкретные шаги могут оценить те водители-механизаторы, которые работают в круглогодичном, круглосуточном режиме на территории города. Та старая техника, на которой они не работают, а мучаются, конечно, это другие условия, другая производительность, и мы горожан не подведем. Машины были приобретены по инициативе губернатора. Ранее такую же коммунальную технику уже получил Энгельс, всего 10 единиц. И, как обещают власти, парк региона будет пополняться. Так, Саратов в этом месяце получит еще 12 единиц коммунальной техники. Оксана Лючева, Олег Буланов, Саратов, 24.